принципе, ничего нет невозможного для человека с интеллектом. Это женское дело. Добрый день, у микрофона Яна Буликашкина. Сегодня я беседую с руководителем сети женских фитнес-клубов «Монро» Ренатой Орловой. Рената, добрый день. Добрый-добрый. Осень, как мы знаем, это не только время уютных домашних вечеров, но и, как правило, осенней хандры. Мы сегодня с Ренатой поговорим о том, почему особенно важно поддерживать физическую активность в осенний период. Я не отношусь, конечно, к людям, у которых осенняя хандра, потому что у меня это всегда 1 сентября всегда ассоциировалось с чем-то новым, с чем-то классным. Это же всегда новые вещи, это скоро будут какие-то новые знания, возможно, какие-то знакомства. И сейчас в фитнесе тоже он год начинается именно в сентябре. То есть сейчас такое подъемное настроение, скоро будет сезон, в клубе будет еще больше людей, будет еще какие-то новые направления. Это всегда очень классно. 1 сентября — это как понедельник среди дней недели. Вот. Поэтому очень здорово, если кто-то откладывал, не мог долго начать заниматься фитнесом, то именно сейчас стоит прийти на занятия. Как правило, в сентябре бывает новый набор на танцевальное направление, то есть новичкам будет комфортно начать. Опять же, тренера ориентируются, что всегда там, да, какое-то начало года, начало сезона, и программы составляются так, чтобы было просто, да, чтобы мы начинали с простого, новичок смог это все схватить, и быстро-быстро мы отстроили уже полноценные тренировки с полноценной эффективной максимально нагрузкой. Плюс вот это вот какое-то настроение создается. Ведь летом мы очень много гуляем, очень много двигаемся, у нас много активностей на велосипедах, мы купаемся, проводим время на пляже, в лесу, на природе с друзьями. А осенью этого становится резко, этого просто не хватает. Да. Поэтому... А мы такие после лета еще заряженные, горячие. Да, этого хватает обычно на сентябрь, потом начинается грусть. Лучше это состояние поддерживать, ведь это все обуславливается тем, что у нас мы всегда получали эндорфины, гормоны эйфории, гормоны радости. Так вот, эндорфины дают движение, и когда его не хватает, ведь летом по солнышку мы прошлись, а осенью либо спрятались под зонтик, залезли в машину, сели на общественный транспорт, да, где-то мы закопались и уже не так много гуляем. А движение, оно должно быть как раз, чтобы у нас было отличное настроение, поэтому прийти на фитнес прямо вот с 1 сентября вообще отличнейшая идея. Направлений много, направления для новичков, будем поддерживать свою физическую форму. Опять же, в хорошей физической форме у нас будет хороший иммунитет, и мы будем меньше, так скажем, болеть. Первая тренировка в клубе у нас бесплатно. Можно прийти, попробовать, оценить свои силы. У нас 3 адреса. Это Московская, 31 в центре, на Филейке Ленинградская, 1А, и Красноармейская, 82. Это район Дома обуви, буквально 5 минут оттуда. Можно записаться на первую тренировку по номеру 222-004. Наш консультант подберет первое занятие так, чтобы было максимально приятно начать заниматься фитнесом. Отлично. Большое спасибо, Рената. Сегодня в гостях Рената Орлова, руководитель сети женских фитнес-клубов «Монро». Всего доброго, до свидания. До свидания. Это женское дело.